Всем привет, с вами Артём. Майнкрафт. Мне захотелось поиграть в Майнкрафт выживание. Я тут такой прикольный сид нашел. Короче. Так. Ладно, не буду его водить, просто умру. Так, наверное, надо яркость побольше сделать. Прикольный сид. Я тут уже немного повыживал, так сказать. Нарубил деревца и понял, что надо на этом сиду снимать новое выживание в Майнкрафте. Потому что, помню, на прошлом выживании нас убил зомби. И мы заспавнились где-то в жопе. Короче, на спавне. Так, корова, я тебя убью, ты не против? И овечка. Шерсть нужна. Да, смотри, какие прикольные эти. Береза. Я такие их никогда не видел еще. Конечно же, мы их срубим. Дерево-то все равно надо. Блин. Не слышал, послышалось или там житель был? Послышалось. Давай. Ладно, так я не срублю. Я думаю, этого будет достаточно. На первое время. Сейчас надо пойти в шахту. Вот. Вот и шахта. На поверхне. Так. Делаем каменную киркушу, все. Было быстрее. Так. А ну-ка, может быть, на этой скале есть это уголь или какие-то ресурсы. А, кстати, помню, там были ресурсы, там, где я заспавнился, в пещере. Ну как в пещере, это была такая небольшая дыра. Сейчас туда по... О, джунгли. Я ж видел где-то джунгли. Вот они. И тут. Так, сейчас мне нужен меч. Ой. Ну это тоже надо. Печку. Я голодный. Что, курочка? Кушать хочешь? Сейчас попробую выбить. Они же семена едят. Если мне память не изменяет. А Семен что-то не выпадает. А, вот. Так, свинки, идите сюда. А, тут только большая свинка. Так, куда ж ты убегаешь от меня? Так, хорошо. Блин, какой-то... Этот... Скалистый сид... Сейчас, наверное, там что-то будет на горе. Я в этом уверен. Ай, блин, листва мешает. Вход тут ничего интересного. Хотя нет, посмотрите, какой тут прекрасный вид. Водопад. Вот эта вот фигня, то, что там вдали. Береза на скале. Вообще жесть сид. Я таких раньше не встречал сидов. Уникальный сид, в общем. Так, и я хочу яблоко. Дерево, дашь мне яблоко? Ай, блин. Ладно, уже не даст. Потому что без топора это дело будет долго идти. Срубление ствола. Ай, блин, прям в ухо. Так, где курочка? Цыпленок. Цыпленка я не вижу, зато корову вижу. И знаю, что с ней надо сделать. А, вот ты где. Иди сюда.
Да. Ну. Будешь кормиться? Или ты не голодная? Ладно, цыпленок не голодный. Значит, можно убивать эти свинку. Блин, один голод, последняя палочка голода осталась. Ну ничего, сейчас поедим. Мясо. Только один кусок мяса, и все, так мало. Ну да ладно. Хотя бы что-то. Три уже куска мяса, это хорошо. А, нет, даже четыре. Прекрасно, значит, мы наедимся. Хорошо так. Блин. Ну ладно, одну палочку голода не пополнила, а фиг с ним. Сделаю-ка я топор. Сейчас надо нарубать много деревьев. Я так подумал. Все. А, понятно. Не хватило дерева. Так надо бы кирку спалить. Потому что деревянная кирка нафиг мне не нужна. Так, поблизу я никого такого не вижу, живности. Чё ты палишь? Ладно, сделаю я древесный уголь. Пригодится. Может быть. А, вон как раз и деревья, точно. А, это. Дерево, когда его рубишь, издает такой звук, как житель. Ха. Типа оно скрипит. Отлично, сейчас нарубаем дерево на все выживание. Тут его дофига. Я думаю построить дом из берез. Потому что я очень мало строю домов из берез, из досок березы, а постоянно из дуба, там, из этого, из ели. Да, я решил построю из березы. Ой-ой-ой, это нехорошо, начинает темнеть. Мне надо быстро что-то предпринять. Так. Сейчас накопаю я песка. На всякий случай. А, лол, вот бах. Сюда вода не затекает. Ладно. Вот посмотрите, какое красивое квадратное солнце. Какой красивый закат. Квадратный. Да. Ладно. Уголь сделался. Забираем печку и идем отсюда нафиг. А, вон там куры бегают. Ладно, я ее убивать не буду. Хотя нет, буду. Еды мало. Где что? Ага, вот. Стоять. Куда? Так, у нас второй левел опыта почти. В принципе, это сейчас бесполезная штука, опыт. Но в дальнейшем все будет по-другому. Так, это типа моя рыба идет. Сделаю удочку из паука. О, отлично, броня пошла. Ай, кто меня? Кто? Ого, нифига себе, сколько вас тут зомбаков. Так, сзади никого нет. Подожди-ка. А, вон еще и четвертый присоединился. Вообще замечательно. Я не знаю, справлюсь я с ними или нет. Не, ну я должен. Я должен справиться. И халявная броня никому еще помешает. Уже сразу так пятый левел опыта. Сколько еды.
Все отлично, я полностью железный и в некоторых местах зачарованный. Так, бегать я не буду. Голод. Не забываем про голод. Да, я действительно думаю сейчас пойти в шахту. Овечка, овечка. Go to me. О, там еще зомбак. Как дела, чувак? Нет, ты чё? Ой-ой-ой-ой-ой. Надо пожрать. Надо быстро пожрать. Сзади меня никого. Паучара. Кстати, где тут я заспавнился? Ай, не бейся. Хорошо, сделаю сейчас кровать. Или... Да, сделаю сейчас кровать, пойду в то место там, где заспавнился, на спавн. И там, как я говорил, руда есть. Надеюсь, крипер сейчас не попадет сюда, не взорвет тут все. Нет, все нормально. Вот так. Тут что-то может быть такое интересненькое. Ах, тут пещера. Ладно, давайте сделаем факел. А, это не пещера, это просто такая ямка с камнями. Ох, сколько дерева. А тут у нас уже что-то типа пещерки, да? Давай, ставься. А, ладно, туда факел не получится поставить, поставлю землю. Да убирай же ты. Блин, я так воду не люблю. Так я эту воду не люблю. И именно источники. Застроишь один источник, оказывается, что там из другого источника течет. Так, туда. Все, сейчас столько дерева нарубаю. Но для начала мне надо поесть. То сил нету. Так. Эй, ты чё? Ты нормальный вообще? Блин. ХП отнял. Не надо быть таким подлым. Блин, не надо железный топор этим долго рубить. Как по мне. Какие же классные эти звуки. Как скучновато рубить дерево. Так. Сколько там его? 37. Ну, дай-ка я стак нарублю. 9. 42. А топор уже кончается. Ладно, думаю, тут стак уже есть, да. А, так тут больше стака уже. Ладно, хорошо. Пошли в ту сторону. Ай. Да что ж такое? Хотя стоп. Ни хрена себе. Что-то подлагивало. Сейчас был пролаг, такой лаг. Офигеть! Вот такого плана пещерки с дыркой я заспавнился. И это круто. Блин, железо надо, железную кирку надо сделать.
Может уже серию заканчивать. Ладно, сейчас нарублю угля и заканчиваю. Так, тут... А, еще уголь. Ладно. Рубление угля — это не очень интересное занятие, поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Артём. Всем пока и удачи!